Як і сіпьори махтос. На засіданні з Малкома виступає Гільгамеш. Ты близок по гигиенству, но его не слушаешь. Под гром аплодисментов вы лишились в имени. Получили орден Ленинского имени. Скорей сыграй со мною свой платок. Пока во тьме горит пародиновый куст. Со звезд на нас влетит шахой кусток. Но с нас своих всегда помнишь, что мы как всегда остаются декабриста, мне звонят который год. Какую должность занимает бегемот? Я ухожу на кухню, чтобы освободить тебя. Но всех интересует только, что же будет на обед. Скорей сыграй со мной в погладу. И пусть во тьме горит смородиновый куст. Соответственно, нас глядит шаг и кусток. Познать своих всегда он помнит, что как и семьёй мордо. Есть ли война? Есть ли новый куст? Это как глазы на лак. Я как крылый ковбой. Я ежедневный герой. Я бесконечный лосось.